камушки прямо как это, как смотрятся, как шарики, как горох. И еще одна смотровая площадка, такая вот импровизированная. Ой, меня сносит! Так, учусь потихоньку. И это октябрь месяц. Здравствуйте, друзья! Сегодня 23 октября 2019 года. И мы сегодня предпринимаем новый поход. Большой поход на Малый Утриш. О, можно так назвать. Красивое название. А сейчас мы находимся на Большом Утрише. И берегом моря мы пойдем к лагунам Малого Утриша. Вперед! Ну, компания у нас прежняя. Георгич у нас проводник первый. Потом Сергей, турист, вип-персона. Да, да. Ну и я, оператор. Скамейка установлена, с которой можно полюбоваться на море. А здесь, если заглянуть, то рыбаки. Рыбаки и там, и сейчас мужчина прямо при нас вытащил такую длинненькую рыбку, которая называется сарган. Говорят, очень вкусная. Ага, вот как раз тоже. Вот тоже мужчина поймал саргана. Ну а мы идем вот уже знакомой тропой по этим камням. Идем и идем и идем. И идти нам долго еще. Мы приближаемся к посту. Это территория природного заповедника Утриш. И сейчас с нас будут брать плату за проход по 100 рублей. И я уже вижу, сидит человек. Здравствуйте, что, плату берете? Ребят, давайте под расчет, пожалуйста. Нету, честно, пионерская. Может, на карте будут деньги? Ну, на обратно. Да нету. На обратно. Вы через сколько пойдете? Ну, не знаю, пока по. Ну, часов, может, в 5 пойдем. 4. Просто вообще дальше нет. Продолжаем свой поход. Тепло, ветра нет. Прибой ласковый, дорожка мягкая, все хорошо. Это место называется, как сказал Георгич, Константиновский пляж. Знаменитый пляж, излюбленное место нудистов. Но сейчас ни одного нудиста не видно. Камушки прямо как это, как смотрятся, как шарики, как горох. А Георгич с Сергеем решили искупаться. Это вот недалеко, сразу за этим постом. А там на камушках сидят птицы, бакланы, я думаю. Они темные, у них темное оперение. Но все равно даже здесь вот мусор кое-какой встречается. Ну, я думаю, это все-таки выносит море. Хотя он вид портит общую картину. Ну, понятно. В общем-то, это недалеко от Утриша, от поселка. Ну
Вот я все-таки не удержался, искупался. Вода замечательная. Вообще, вот как летом. Никакой разницы нет. Все здорово. Вода чистая, кристальная, просто море очень приветливое. Ну, сейчас вот после небольшой остановки снова двинемся. Так, ну вот, дошли мы до водопада. Кто помнит мои прежние видео, здесь стояли черепахи, но вот вандалы сломали их и черепах убрали. А место очень красивое. Да. Полная бутылка. Вполне хорошая вода. Коряга, похожая на спрута. А здесь бунгало, которое летом можно было снять за сколько там, за говорят, за 4, за 6 тысяч в сутки. Вот, но сейчас их разбирают, тут уже крыши снимают. Ну вот, и говорят, там еще воду продают, тут, то есть заплати за проживание, плюс еще за воду отдельно, вода тут дорогая. Каждый домик имеет свое название, там сарган, лотос, катран, птичка какая-то, сойка. Но мы идем дальше. Добрый дикий дом, можно посмотреть в интернете пожарный пост. И почему-то написано, купание запрещено, странно. А потому что, видимо, нет спасательного поста, никто не отвечает за купающихся. Ну а место, конечно, красивое. Интересная колючка такая, как она тут и была. Ну да. До того колючка. Клумбочка. Клумбочка, да. Вторая лагуна, там вот палатки, даже курочек. Георгич там увидел у кого-то какой-то столб из камней. И мы сейчас поднимаемся по тропе и пройдем тропой. Море оставляем здесь вот справа. Желуди падают. Смотри, на край не ступай. И еще одна смотровая площадка, такая вот импровизированная. Вид восхитительный. Лепота. И везде здесь такие места, где можно вот просто поставить палатку, расположиться, сидеть, любоваться природой и слушать музыку волн.
дуб. И вот так вот вдыхаешь, и чувствуется аромат хвои, моря. И увядающие листвы. Оу. Смотрите, какое место. Быть добру написано. Это на заставочку пойдет. Весь вот возгорание. Такие тут вот сказочные деревья. А там слышно, разговаривают люди. Вы по тропе, да? Вот, да, по тропе. Там люди живут. Доброе утро. На Утрише в любое время суток говорят друг другу доброе утро. Канат. Все, и мы вышли. Нет, не совсем. Нет, да? Нет, еще вот там. Там еще будет лиман, а потом... Ага, вышли к лиманам. Третья лагуна там, и кто-то вот написал на камне: береги лес, не носи морскую воду. И мы сейчас здесь вот немножко поговорили, вредит ли морская вода растительности. Георгий сказал, не вредит. И еще один лиман. Красиво, 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 красиво. Мечтаю тоже поставить здесь палаточку и вот пожить пару деньков. Но не знаю, как это осуществить и с кем. Листик дубовый плавает. И мы снова купались. А вот еще дубовый листик. И вот такой. Рыбки. Вода теплая, но я еще буду снимать, ну, потому что сейчас идем в четвертую лагуну. Ну, чтобы запечатлеться. О! Ой, меня сносит волной. Вообще здорово, тепло. Вода замечательная. Ой, просто замечательная вода. Ну, камни, конечно, и по ним ходить не очень приятно, но вообще здорово, здорово, здорово. Это Утриш, друзья, лагуны.
ты плечом вон горит. Да. У нас аж гора стала холодная. А что, была теплая? Была раньше теплая, когда детки построили. Богучан кубец построили, стало холодная. Да, интересно. Ой, как здорово! Как здорово-то! Отдых в октябре. Наш Сергей пошел берегом моря в Малый Утриш. Ему там надо кого-то навестить. Да. Вот. А мы пошли в четвертую лагуну лесом. Лесом, и мы должны сегодня прийти опять к Сергею, к нашему старому знакомому. Идем по тропе. Ножик валяется. И вилка. Тишина. Тишина. Так, ну вот мы подходим. Мир дому вашему. Но мы уже знакомы. Ну, да. Да. Добро. Ну вот мы пришли к Сергею. Да. Мир вам. Уже фрукты где-то наши насадили. А это Атом вчера приходил, принес мне это. Вот сейчас решил заняться. Угу. Так, учусь потихоньку. Сейчас будем трапезничать. Имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. Аминь. Господи, благослови пищу нам, что даешь на день каждый, во имя Отца, Сына и Святаго Духа. Аминь. Слава Богу. Будем трапезничать. Ангелы за трапезой. Спасибо. Ну все, мы покидаем жилище Сергия. Спасибо за гостеприимство. Слава Богу. Слава Богу за все. Счастливо оставаться. Ну а мы пошли дальше. Посмотрим, вот тоже еще выйду на балкон, там барабан. Да, хорошо, да. Послушаем. Да. Вот он, знаменитый лотос. Такое расщепленное, расколотое на три части дерево. Это можжевельник, да? Ну, считается можжевельник. Угу. И тем не менее, он зеленый. А здесь вот аж отполировано. Вот здорово, прямо как. Вот даже видно. Гладкое дерево.
приятная на ощупь. Здорово. И вот ветка, вот видишь, ветка. Угу. И вот она зеленая, видишь там? Да. Вот абсолютно. Да, зеленая ветвь. И тоже отвалилась. Живое дерево, да. И тоже отвалилось, да, тоже расщепилось. От старости. Угу. И все-таки вот. А сколько ему лет? Какие-то соки идут, да. И лет, да, ему, наверное, очень-очень много. Гамак висит. И тут вот таких мест много. И так вот представляешь, когда что здесь живешь, лежишь в гамаке и думаешь. Вот сойка. Сойки. Написано, здесь туалета нет. Угу. Это балкон, да? Ага, вот он. Балкончик здесь. Чем? Посмотрим? Да, посмотрим. Ну вот огородили, как тогда говорили. Доброе утро! Доброе! Нет, сюда вот спустимся. Есть и много, я бы сказал, до октября месяца. Угу. Сразу чувствуется такое тепло от солнца. Там, когда сидишь, когда действительно он говорит, да, Сергей, что когда долго находишься, вот, то начинаешь подмерзать. Тогда он говорит, надо выходить сюда, на берег, на солнце, на камни, набираться тепла, энергии, а потом опять в лес, в свое логово. Ну, логово, наверное, не очень удачное слово, но свою хижину. Чайки летят. Вспоминаю с какого-то детского фильма эпизод. Один мальчишка другому говорит:
Вот если бы собаки летали, мы бы с тобой превратились в этих собак и полетели. А люди бы стояли и смотрели, и говорили бы: смотри, собаки летят. Не знаю, почему вспомнил. Куча мусора. Ну, вообще мусора не так много, конечно. Его стараются сжечь. Вот, но все равно куда вот от него денешься. Люди приходят, приносят воду в этой бутыле. Тут вообще их связали в такую гроздь. Да, тут кто-то тоже пировал, жил. Много тепла. А может быть, сюда просто приходят вечером? Да, да, да. Как грозная надпись. Мы идем в четвертую лагуну, там будем уже ждать Сергея, который придет с Малого Утряша. Мы в четвертой лагуне, а вот сюда налево идет базовая щель, которая ведет к роднику. Там есть такая дорога, и мы ей ходили. А здесь вот сейчас мы видели, там он на верхушке, диких козлов. Там вон девушка пошла. Козы почему-то белые, их было хорошо видно вот там вот на этой горе. Вот. И Георгиевич высказал предположение, что это, возможно, одичавшие домашние. Ну, также, в общем-то, в природе не должно быть, чтобы летом козы были белые. Лежать, слушать море и даже немножечко поспать. А вот и Сергей показался. Его красная бейсболка. Вон он идет.
накупался за все лето. Все, что летом не набрал, сейчас набрал. И это октябрь месяц. Ну, мы возвращаемся домой, и вот, проходя лагуну третью, слышим звуки барабана. Это Сергей у нас играет. Солнце клонится к закату. Сергей играет на барабане. Здесь они собираются на берегу. Все, кто живет на Утрише. В общем, вот так люди проводят здесь время. Камни звенят под ногами. Барабаны, море и дорога домой. Ну, а как сюда добраться? Пешком. Пешком. Нужно доехать из города на 109-м автобусе до конечной остановки, до Большого Утриша. А потом берегом моря. Где-то берегом, где-то можно по тропе. И вот так вот до сюда можно дойти, отдохнуть, купаться. И в этот же день вернуться домой. Город. Вот так выглядит вечером. Это стоянка, где написано «Быть добру». Уже скоро стемнеет, надо торопиться. И Георгиевич не удержался, чтобы полюбоваться закатом. Да, закат восхитительный сегодня. Солнце просто начало падать за горизонт. Вот мы пока сидели, оно вроде бы еще высоко было. Потом раз, и уже все. И, Георгиевич, надо бежать до темноты, а то потом будем там в потемках по камням. Очень неудобно.